Всем привет, я Коди, и это рубрика «Бред от Коди». Как быстро заснуть, если ты не можешь заснуть? Блин, что делать? Я заснуть не могу. Первый вариант – это, конечно же, взять свой телефон и просто сидеть в нем до того, пока ты не захочешь спать. Лежите вы такие, листаете мемчики, пока вы просто не заснете вместе со своим телефоном. Второй способ. Если дома никого нету и вы спите дома один, то вот вам еще один способ. Устройте свою дискотеку. Включите на всю громкость на телефоне вашу музыку и скачите, пока не прибегут соседи и вызовут полицию. Как же все ломит. Все, пойду спать. А если вы живете не в квартире, а в доме, то вам очень повезло, и вас не запалят соседи. Ну, если вы вдруг живете в таунхаусе, то соседи вас могут все-таки услышать. Следующий вариант. Просто тупо лежать и думать о том, что вас ждет через лет 10. А у меня же нету будущего. Я, наверное, буду бомжевать в коробке через 10 лет. Пойду-ка я выберу себе коробку, в которой буду жить. Следующий вариант. Пойти на кухню покушать. Пончик оказался очень вкусным, но нам надо двигаться к следующему способу. Если вы зашли ВКонтакте или в какую-нибудь другую социальную сеть и видели, что ваш друг тоже онлайн, то можете ему написать и просто тупо пообщаться ночью. И еще один способ. Поменять позу для сна. Я сделал все возможное, но все равно не могу уснуть. Следующий способ – просто тупо не спать всю ночь, пока ты действительно не заснешь. Но еще один способ – это посмотреть другие видео, как легко заснуть. Я надеюсь, вам помогли мои советы, и вы сможете заснуть. А вообще, эти способы все знают. Зачем же я снимал этот выпуск? Наверное, потому что я хочу продолжать эту рубрику. Но у меня просто нет идей, какие темы для выпусков брать. И всем спасибо за просмотр. И пока, увидимся в следующих выпусках.